Смотрите, друзья, разбитая колонна россиян. Здоровеннейшая, не знаю сколько, вот. Техника всяческая. И посмотрите, с чем они ехали брать Украину. Они думали, что мы вообще какие-то хохлы. Но тут оказались казаки. Козаки украинские, котрі розбили цих окупантів в пух і прах. Дивіться, вони їхали зі звичайними шоломами, зі щитами. Вони думали, що в нас проконає так, як в Москві, в Пітері або в іншому російському місті. Але вийшло не так. ОМОН не доїхав, друзі. ОМОН став на під'їзді до Харкова і залишився тут навіки вічні. Так що, друзі, берегите себя, своих близких, не поддавайтесь на лживую манипуляцию. Эти ребята были разбиты, но доехали под Харьков другие и очень сильно обстреляли жилые города, разбили Харьков сильно. Есть много убитых, тысячи, уже десятки тысяч покалеченных душ. Вот в снегу, ближе снимать не буду, видно пальцы. Вот, это приехал человек денацифицировать Украину. Он сейчас лежит под снегом. Благо сейчас холодно, иначе стоял бы здесь от него неприятный запах. Так что, друзья, так и живем. Мы нацелены только на победу. В любом случае стоим до конца. Никто нас, никто не будет разгонять наши митинги насильно. Мы воле изъявления народа будем проявлять тогда, когда посчитаем нужным. И никто сюда не посмеет прийти с этими щитами, шлемами и навязывать нам свою диктатуру. Все буде Україна, друзі, тримаємося, слава Україні, допомагайте військовим та волонтерам.